КО «Китайская национальная корпорация тяжелых грузовиков «Синотрак» является колыбелью китайского тяжелого машиностроения. Это самая крупная производственная и экспортная база тяжелых грузовых автомобилей в Китае, а также крупное предприятие тяжелого автомобилестроения мирового уровня. В настоящее время «Синотрак» обладает производственной линией по выпуску полнокомплектных современных автомобилей для грузовых перевозок в соответствии с мировыми стандартами. Годовая производственная мощность достигает 300 тысяч машин, включающих тяжелые грузовики, средние грузовики, легкие грузовики, специальные автомобили и пассажирские автомобили. Отличаясь полной серией и широким ассортиментом автомобилей, «Синотрак» представляет собой предприятие с самым полным спектром тяжелых автомобилей в Китае. В 1960 году здесь был произведен самый первый тяжелый грузовик в Китае. В 1983 году, благодаря привлечению технологии Штайр, стало первым предприятием в Китае, успешно внедрившим передовую европейскую технологию по производству тяжелых грузовых автомобилей. 2003 год. Создание совместного предприятия с шведской компанией Volvo. Сборка тяжелого грузовика Volvo в Цзинане. В 2007 году «Синотрак» успешно разместил свои акции на гонконгской фондовой бирже как компания с акциями «Красные фишки». В 2009 году «Синотрак» и германская компания MAN подписали долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания MAN стала владельцем 25% акций компании КО «Синотрак» Гонконг и вторым крупным акционером компании. «Синотрак» привлекла передовые технологии компании MAN для производства автомобилей, кузовов, двигателей, мостов, раздаточных коробок, шасси. В том числе объемы двигателей имеются 5 литров, 7 литров, 11 литров, 13 литров, а уровень выхлопных газов отвечает стандартам от Евро-3 до Евро-5. Грузовые автомобили, комплектованные двигателем и шасси с технологией MAN, делятся на два уровня. «Ситрак» закреплена как марка высшего класса, «Кова» закреплена как марка среднего и высшего класса. Современные предприятия, современное оборудование, современное управление воплощают триумф компании «Синотрак». Начиная с 2001 года, «Синотрак» инвестировала около 4 миллиардов долларов США для проведения крупномасштабной технологической реконструкции, в результате чего было реализовано полное обновление оборудования предприятия, а производственные мощности и гарантии качества вышли на мировой первоклассный уровень. Производственная линия кузова, называемая «лучшей в Китае», состоит из полностью автоматической линии крупных прессов, интеллектуальной роботизированной линии сварки и закрытой автоматизированной линии нанесения грунтовки и электростатической окраски и роботизированной линии окраски пульверизации. Качество кузова автомобиля достигло международного передового уровня. Производственная линия автомобилей оснащена автоматизированным, высокоточным и высокоэффективным оборудованием для выполнения сборки, регулировки и контроля в оперативном режиме. Производимые «Синотрак» сборные изделия, включающие кабины, двигатели, мосты и коробки передач, служит крепкой опорой для обеспечения выдающегося качества и хорошего послепродажного обслуживания компании. «Синотрак» обладает двумя производственными базами двигателей в Цзинане и Ханчжоу. Высококлассная технология двигателей, работающих на дизельном топливе и природном газе, соответствует экологическим стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5, а мощность двигателей варьируется от 150 лошадиных сил до 560 лошадиных сил. В 2013 году «Синотрак» реализовала массовое производство двигателей с применением технологии MAN, благодаря чему двигатели компании «Синотрак» вышли на международный передовой уровень. Двигатели компании «Синотрак», работающие на природном газе, обладают хорошей динамичностью и экономичностью, благодаря чему получили хорошие отзывы пользователей со всего мира. Компания «Синотрак» обладает современной технологией производства мостов, несущая способность передних мостов от 2 до 12 тонн.
Ведущие мосты делятся на одноступенчатые и двухступенчатые, а их несущая способность варьируется от 3,5 до 26 тонн. В производстве мостов используется большое количество станков с ЧПУ и специальных машин, которые осуществляют автоматизированное производство от стадии полуфабриката до стадии готового изделия. Компания «Синотрак» имеет две производственные базы коробок передач в Цзинане и Датуне, которые производят коробки передач от 5 до 16 скоростей для тяжелых, средних и легких грузовых автомобилей. «Синотрак» – одна из первых в Китае осуществила массовое производство автоматизированных механических коробок передач – AMT. Запуск коробок передач AMT позволил приспособиться к международным тенденциям развития тяжелых грузовиков, которые характеризуются удобством вождения, отличительными свойствами экономии топлива на 5% больше в отличие от обычных грузовиков. Высококачественные продукции компании «Синотрак» неотделимы от высококачественных заготовок, а высококачественные заготовки зависят от первоклассной литейно-ковочной технологии «Синотрак». Компания «Синотрак» обладает первоклассными кузнечными и литейными оборудованиями международного уровня, среди которых 12 500 тонн и 8 000 тонн литейная линия и кузнечная линия. Единственная в Китае производительная линия блока цилиндров из чугуна с пластинчатым графитом. Для корпорации производят коленчатый вал двигателя, передние оси, блоки цилиндра, крышки и головки цилиндра, картеры моста, корпусы коробки передач и другие важные полуфабрикаты. Передовые технологии служат направляющей для тенденции развития тяжелых грузовых автомобилей. Центр технического развития компании «Синотрак» отвечает за разработку различной продукции, является техническим центром предпринимательской деятельности государственного уровня, а также единственным в Китае научно-исследовательским центром тяжелого машиностроения государственного уровня и центром тестирования тяжелых грузовых автомобилей государственного уровня, получившим одобрение правительства Китая. Центр технического развития компании «Синотрак» отвечает за важные государственные проекты, в то же время общается и сотрудничает со многими ведущими мировыми исследовательскими и научными организациями. На протяжении многих лет «Синотрак» занимает первое место по количеству патентов в сфере китайского автомобилестроения. В настоящее время компания обладает более 2000 патентами и удостоена звания «Государственное инновационное предприятие». Комплексные испытания гарантируют высокое качество каждого автомобиля. У «Синотрак» есть дорожно-испытательный полигон для тяжелых грузовых автомобилей, где каждая новая продукция на стадии разработки проходит крайне строгое профессиональное испытание. «Синотрак» обладает передовой автоматической линией контроля автомобильных характеристик и качества, которая проводит 100% испытание автомобилей серийного производства. Детали машин «Синотрак» скупаются всего мира. Около 10 мировых известных поставщиков построили заводы в Цзинане для предоставления компании «Синотрак» услуг по обеспечению комплектующих. Автомобили «Синотрак» мчатся по всем уголкам мира. По рудным месторождениям, по строительным площадкам, нефтяным месторождениям, портам, по жарким африканским пустыням, по замороженным полярным регионам, по высокогорным регионам с разреженным воздухом, по опасным и извилистым горным дорогам. «Синотрак» активно реализует стратегию интернационализации, стратегию регионализации, стратегию технологического лидерства и стратегию «идти вовне». Согласно рыночной структуре, «Синотрак» делит международный рынок на 6 рыночных сегментов – регионы Азии и России, регионы Юго-Восточной Азии и Северо-Восточной Азии, часть регионов Южной Азии, Западной Азии, Северной Африки и Европы, регионы Африки к югу от пустыни Сахара, регионы Северной и Южной Америки, часть регионов Гонконга, Макао, Тайваня, Австралии и Восточной Европы. В примерно 40 странах были открыты представительства компании и 8 заводов по сборке KD, а продукция компании экспортируется в более 90 стран и регионов.
развивает дистрибьюторов, сети обслуживания и сети комплектующих деталей с рациональной структурой. Компания прилагает большие усилия для разработки международного рынка, непрерывно работает над созданием сетевой системы дистрибьюторства, реконструкции, запасных частей обслуживания и сборки KD. Кроме того, работает над формированием сбыта автомобиля, технического обслуживания, послепродажной поддержки и местной производственной мощности. Повышает уровень сотрудничества и стимулирует культурную интеграцию. Экспорт тяжелых грузовых автомобилей «Синотрак» достиг 30 тысяч единиц. Грузовые автомобили «Синотрак», отвечающие стандарту Евро-5, были проданы партиями в Бразилию, Гонконг и другие государства и регионы с высокими требованиями к транспортным средствам. Также было развернуто стратегическое сотрудничество с крупными международными клиентами, что в полной мере продемонстрировало силу компании «Синотрак». Усиление продвижения продукции на международном рынке было осуществлено путем проведения церемонии выпуска с конвейера новых автомобилей, презентации продукции, а также путем участия на автомобильных выставках, ралли грузовых автомобилей и так далее. Успех компании «Синотрак», достигнутый на зарубежных рынках, способствовал единому стратегическому планированию и тщательной обработке каждого рынка. Благодаря многолетним усилиям, «Синотрак» стал первоочередным предприятием государственного уровня с экспортной базой, предприятием высшего уровня кредитного управления въездного-выездного контроля качества, предприятием высшего уровня по рейтингу надежности по экспорту автомобилей. Марка «Синотрак» была названа самой конкурентоспособной маркой и известной маркой Китая. Во время военного парада, посвященного 60-летнему юбилею КНР, грузовики особого назначения компании «Автомобили особого назначения корпорации «Синотрак» с воинственным видом проехали через площадь Тяньаньмэнь, представ перед родиной и народом. Развитие компании «Синотрак» получило большое внимание и заботу партии и государственного руководства. Являясь государственной необходимостью и надеждой руководства, «Синотрак» приняла на свои плечи трудную миссию. Представ перед новой обстановкой развития, имея назначение возрождения национального тяжелого машиностроения, «Синотрак» создает новые пути развития и реализует новый триумф тяжелых грузовиков. С помощью душевных качеств человека создать высококачественный товар для преподнесения обществу. «Синотрак» с широким размахом и плечом к плечу с конкурентами идет в блестящее будущее. Синотрак.